Мы прибыли под Берном. Да. Берня. Берня. 27 вода. Такой бассейник. Детский, а там взрослые всего тых-тых три. И тому уже 70 лет. Какие бочки? Бочки. Это какие? Чувствуется, что 70 лет ареалу, да? Раздевалки тут есть такие. Пойду. Раздевалочка. Супер вешалочки. Решили захватить кусочек устецкой земли. Давай быстрее. Короче, здесь прикольно. Это второй из бассейнов. Красиво. Тут река рядом. Сейчас мы и туда идем. Хорошая водичка. Сашка довольный. За 3 дня умылась. А, за 3 дня покупалась? Да. Улыбайся, балдеешь. Тут, короче, такая штука, откуда вода фигачит. И приятно очень. Офигенная струя идет горячая. Прикольно. Короче, в такую жару самое то такое. Дело в том, что он прямо возле трассы находится, поэтому очень нам удобно. С Дрездена до Праги дорога удлиняется всего на 20 километров. А ты так часто ездишь в Дрезден? Последнее время очень часто. Как нам, понравилось или как? Рекомендуете или не рекомендуете? Очень рекомендую. Да. Если поближе, было вообще офигенно. Да. Так что приехал, и класс. Правильно. Ну и дофига тут всяких спасателей, раздевалки. Спасай, а вон плавчик было написано, где-то я видел. Вон там написано, не? Прямо в этом. Нравится тебе. Там есть такая горочка. Горочка написана бесплатно, можно кататься. Но мы что-то сегодня не до горочки. Да, тут есть для детей. А? Для детей есть такое. Мне кажется, нормальная такая глубина чешская. Развлекалово. Улень бежит, прикинь, серно. Хочет тебя обогнать. Прибегай, не? Попкорна хочешь? Не хочет, ну ладно. Прикольно. Говори, чтоб ни в жопу не убивали. Пойди, прибегай. Прикольно, да? Поскакала себе. Заяц. Заяц крупный, уши большие.